Разве тебе на душе не стало тепло от того, что мы помогаем бездомным? Как на душе может быть тепло, если в кошельке гуляет ветер? Простите, мисс Хобсон, я бы хотел поблагодарить вас за щедрость. Вы сегодня звезда вечера. Да ну, какая мелочь. Вас смущают комплименты? Это первый. Простите? Я хотела сказать, что вы первый человек, заметивший ее смущение. Очень вас понимаю. Я сам довольно часто делаю пожертвования. Но как основателю этого фонда мне часто приходится бывать на мероприятиях. Так вы основатель фонда Bentley Foundation? Вы совершенно верно поняли. Мое имя Престон. Престон, я счастлива помочь фонду. Я бывал бы здесь чаще, но основная работа отнимает много времени. Я судовладелец. То есть компания Bentley Shipping тоже ваша? Зовите меня Престон. Престон. Если бы не моя основная работа в агентстве недвижимости, я бы наливала суп бездомным на улицах ежевечерне. Мама, я не знала, что ты неравнодушна к судьбе обитателей ночлежек. Я знаю только одну женщину на свете, которая также преданно помогала другим. Это была моя покойная жена. Так вы вдовец? Да. Не будет ли нахальством с моей стороны пригласить вас на обед? Прямо сейчас? Да. Хочу украсть вас, пока есть возможность. Как насчет Делмоникас? Простите меня, конечно, но мама уже обещала отобедать со мной. Давайте с нами. Я уверен, мой сын составит вам отличную компанию. Мой сын точно так же везде со мной, как и ваша дочь с вами. Адам? Здравствуйте. Здравствуйте. Это мой сын Адам, это Кристина Хобсон и ее дочь. Лора. Очень приятно, Лора. Милые дамы согласились с нами пообедать. Как хорошо, что я не уехал. Одну секунду, я позвоню в ресторан. А я подгоню Роллс-Ройс. Где ваша машина? Мы свою позже заберем. Отлично. Дорогая.